Белибердинск и Москва. Город Белибердинск такой. Река Белиберда там течет. Значит, московский начальник. Насосы из Белибердинска прибыли? Подчиненный, нет еще. Немедленно телеграмму. Подчиненный сел, написал. Машинистка трах, телеграфистка трах. Слышно сопение белибердинца, читающего депешу. Как выполняется наше распоряжение изготовления насосов? Все сроки прошли, телеграфируйте дату отгрузки. Белибердинский начальник. Когда отгрузим? Подчиненный, когда сделаем? Когда сделаем? Подчиненный, никогда не сделаем. У нас и без них. Давайте честно напишем и откажемся. Начальник, честно? За такой ответ нас сегодня же разгонят и никуда больше не возьмут. Подчиненный, давайте молчать. Тогда нас завтра разгонят и никуда больше не возьмут. Нам нужно выиграть время. Подчиненный, что же делать? Белибердинский начальник, отвечать, писать, тянуть резину, загружать почту. За это время или завод реорганизуют, или насосы отменят, или министерство ликвидируют. В переписке есть выражение «запустить дурочку». Подчиненный, как? Пишем. Сели, написали. Москвич читает депешу. В ответ на вашу телеграмму за номером такого-то, от такого-то, такого-то, докладываем радостью. Ваше распоряжение выполнено. Колеса направлены на Урал. Сидоров представлен правительственной награде. Ждем дальнейших распоряжений. Московский начальник. Обратный адрес Белибердинск? Они что-то перепутали. Запросите еще раз. Белибердинский читает запрос. В ответ на ваш номер от такого-то, такого-то сообщаем. Какие колеса, какой Сидоров? Вы нас не поняли. Немедленно телеграфируйте дату отгрузки насосов. Согласно нашего распоряжения. Срыв плана угрозы, нечем качать управление. Отвечайте. Ответ. Москвич читает. В ответ на ваш номер от такого-то сообщаем. Ваши телеграммы поняли, колеса вы не получили. Самолет колесами потерпел аварию горами Азербайджана. Сидоров катапультирован. Понижен должности, лишен наград. Колеса раскатаны местными жителями по аулам. Коллектив снова сел в трудовую вахту. Ждите сообщений. Московский начальник. Обратный адрес Белибердинск. Может, у них девчонка путает? Запросите в последний раз, угрожайте. Депеша, читает Белибердинский начальник. На ваш номер от такого-то сообщаем. Какие колеса? Мы не знаем никаких колес. Вы нас с кем-то путаете. Прекратите, прекратите. План предприятий сорван. Нечем качать сточные воды. Отсутствие ваших насосов. Массовые простои, текучка кадров. Молдируйте дату отгрузки. В противном случае гарантируем скандал. Подчиненный, я отвечу. Москвич читает. На ваш номер от такого-то. Возмущением узнали отравление сточных вод одеколоном. Массовый падеж рыбы бьет желудку рядового потребителя. Коллектив по-прежнему сидит в трудовой вахте. Сидоров под следствием. Дирекция портком местком. Московский начальник одевается. Вы куда? Я еду в Белибердинск. Я узнаю, кто такой Сидоров. Я ему устрою аварию горами Азербайджана. Спасибо за внимание. Идет, приходит. Москвич, это Белибердинск? Белибердинск, да. Москвич, здравствуйте, я из Москвы. Белибердинск, не может быть. Боже, какой дорогой гость. Ах ты, Господи, у нас же не придано, не прибрано. Ах ты, Господи, у нас же набросано. У нас же наплевано. Умоляю, зайдите еще раз. Москвич, я по подсудному делу. Белибердинск, умоляю. Москвич выходит, все прихорашиваются, он снова входит. Здравствуйте, это Белибердинск? Да. Москвич, слушайте, вы серьезным делом занимаетесь или дурака валяете? Белибердинск, серьезным делом. Москвич, мы вам направили письмо. Вот что вы ответили, читайте. Белибердинск прочел это безобразие. Москвич, это вопиющий случай. Белибердинск, кто подписал? Зайцев? Ух, сейчас я ему задам, при вас. Я от него камня на камне не оставлю. Ух, я ему дам, сейчас вы увидите, все при вас. Ух, он у меня получит, я уже весь вскипел, я ему такое устрою. Входит подчиненный. Знакомьтесь, это товарищ из Москвы, по поводу ваших проделок. Вы им писали, не отпирайтесь. Зайцев, что? Белибердинск, вот это письмо. Зайцев, да. Белибердинск, все, он признался. Как
же это вы им пишете о колесах, когда они нас спрашивают о насосах? Зайцев, кто спрашивает о насосах? Москвич, мы. Зайцев, вы? Белебериндец, они. Где? Вот наше письмо. Ну? Как вы могли так ответить? Я не мог так ответить. Но это ваша подпись. Где? Вот, ну. И вообще, где вы были сегодня с 8 до 11? Кто? Вы? Что? Где вы были с 8 до 11? Вчера? Сегодня? Что значит, где я был? Ну вот где вы были? Что значит, где я был? Да, где вы были? Когда? Сегодня, с 8 до 11. Не понял. Москвич, ну хорошо, товарищи. Нет, почему вас не было на рабочем месте? Зайцев, меня не было? Начальник, а что, меня не было? Зайцев, почему вас не было? Начальник, я спрашиваю, почему вас не было? Почему меня не было? Москвич, товарищи, я проехал 1000 километров. Начальник, минуточку. Подождите, вы знаете, что вас искали? Зайцев, знаю. Где же вы были? Зайцев, не понял. Ну, где вы были? Что значит, где я был? Ну, вот где вы были? Что значит, где я был? То и значит, где вы были. А где я мог быть? Все, хватит, я вас увольняю. Я оставляю вас без средств. Москвич, товарищи, секундочку, разберемся с письмами. Начальник, увольняю. Зайцев, хоть сейчас. Начальник, именно сейчас. Москвич, товарищи, подождите, разберемся с насосами, товарищ. Нет, нет, увольняю. Зайцев, хоть сию секунду. Начальник, именно сию секунду. Москвич, товарищи, я прошу вас, останьтесь. Ну, он побаловался, ну, помиримся. Нет, никогда. Он самодур. Начальник, я самодур, а ты дурак. Починю, от такого слышу. Товарищи, братья, ради насосов, пожмем друг другу руки. Нет, начальник, я тебя к чернилам не подпущу. Ты мне все развалил, теперь я тебе все развалю. Зайцев, вы мне ха-ха-ха-ха. Начальник, ха-ха-ха-ха. Москвич, ребята, товарищи, насосы, ха-ха, он мне, а ну тронь. Начальник, я трону, Зайцев, я хочу видеть. Начальник, и увидишь. Зайцев, я хочу видеть. Начальник, и увидишь. Москвич заплакал. Ну вас всех, у меня младшенькая в школу пошла. Она уже все буквочки знает. Че я буду тут? Мне домой надо. И, в общем, он исчезает, Зайцев. Начальник говорит, между прочим, с Урала прибыло письмо насчет колес. Я написал, что насосы на Урал мы уже выслали. Начальник, молодец. Москвич возвращается к себе, его подчиненный спрашивает, из министерства нас запрашивает, когда установим новые насосы? Что отвечать? Москвич, напишите, что куры передохли и запустили новый телескоп.